Всем привет, с вами Прия. В Террарии вышло обновление 1.4.0.5. Казалось бы, ничего такого классного, ничего такого крутого не будет сделано, но в игру введен бог факелов. Кто это и что это такое? В общем, суть в том, когда мы опускаемся чуточку пониже, если рассматривать обычную нашу равнину, ну, блоков так на 200, и при этом установим примерно 100 факелов, будет призван бог факелов. Суть в том, что это не какой-либо босс, с которого падает какой-либо лут, это самое обычное событие на выживание. То есть, будут установлены факелы, и будут лететь различные плевки этими факелами. Можно сказать то же самое, как и от мобцов, которые находятся в Кримзоне. Они плюются, ослабляют нашу броню. Ну, тут будет примерно то же самое, в нас будет плеваться уже система игры. И при этом, что получается? При этом получается то, что у нас будет дебаф, который будет нас ослеплять. В общем, так как это все событие идет на выживание, используем максимум дефенса, используем максимальные аксессуары на защиту, то есть различные ледяные панцири, щитки, снаряжение мастера ниндзя, ну и само собой все, конечно же, на защиту. В мастер-моде вроде бы как урон от этих факелов будет примерно 120 единиц. Ну, мы сейчас потестим все это. Я попробую нормально уклониться от абсолютно всего, что только будет появляться. Ну, а мобы, которые будут лезть, они будут убиваться с помощью вампирских ножей. Так, уже скоро будет поставлено 100 факелов. А вот и событие началось. А, то есть по одной единичке всего, серьезно? При 126 армора я могу не уклоняться даже? Прикольно. Ну окей, поуклоняемся все-таки. Ну они неплохо так интенсивно летят. Самое главное уйти недалеко. Ух ты, радужный слизень, надо будет убить его. С него блоки красивые падают. Прогресс этого события можно отслеживать по тем факелам, которые уже являются погасшими. Чем больше погасших факелов, тем больше прогресс этого события. После того, как мы выполним это мини-событие, на нас повесится баф благословления факельного бога, бога факелов, Torch God's Favor. Расходуется. Unlocks an ability toggle to left of the inventory. Окей, давайте заюзаем, посмотрим, что произойдет. Суть бонуса проста. В тот момент, когда мы используем этот предмет, благословение бога факелов, то спускаясь в определенный биом, мы ставим определенные факела. То есть обычные факела трансформируются в багрянцевые, в святые. Это повышает нашу удачу. И нам не нужно таскать разные виды факелов. Я надеюсь, это будет для вас относительно неплохое испытание, если вы хотите потренироваться в уклонении от этих плевков различных факелов. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании и о других видосиках по Террарии. До скорого!